Итак, кто любит сок из сахарного тростника, начинай. Как зовут тебя? Ахмед начинает делать из сахарного тростника. Это небольшая такая соковыжималка. Вот она. Буквально микросоковыжималка. Это из последних технологий. Давай, жми. Вот пошел тростник. Офигенно пошел. А вот сейчас внизу будет появляться то, что называется соком сахарного тростника. То есть фреш. Фреш. Это микросоковыжималка сейчас его делает. Очень легко, как видите. Туда можно затолкать и березу даже, и осину. И вот сок начинает выходить. Вот он течет, вкусный сок. Вот он сейчас. Сколько стоит стаканчик? $1. Прекрасно. Просто мечта человека с сахарным диабетом. Давай. Очень полезно. Да, это правда. И вот он уже готов. Отлично. Наливай этот вкусный сок. Отлично. Спасибо, дорогой. Пожалуйста.